У нас сегодня разговор про императивное программирование. Сразу скажу, что он будет немножко не такой, как все остальные разговоры в этом семестре про другие парадигмы. Вот. И не такой сразу по многим причинам. Во-первых, потому что моя лекция пока что последняя. Значит, следующие лекции будут проходить даже, по-моему, не на этом канале, а другим способом. Так что все, кто подключаются ко мне не по необходимости, потому, не будучи учениками кафедры алгоритмических языков, на эту тему мы больше пока разговаривать не будем. Возможно, в конце семестра будет еще одна лекция. Вот. Это во-первых. И во-вторых, все-таки моя задача втиснуть в одни лекционные рамки разговор про самый популярный и самый, как бы это сказать, понятный подход к программированию. Он опять, так же, как и в прошлый раз, превратится в какое-то количество обзора и в какое-то количество, ну, такой идеологем. Вот, да, то есть практика у нас будет, но практика будет такая закадровая, ну, сами увидите. Это было как бы предварительные слова. Значит, императивное программирование. Напоминаю, кстати сказать, хочу перед вами извиниться. В прошлый раз я на лекции ввел термин атрибутирование объектов. Это неправильный термин. Слово атрибуты в данном случае, ну, атрибутирование означает приписывание кому-то. Да? Я нашел правильный термин, он называется аллегирование. Вот. Он еще более заумный и непонятно, что означает, но давайте сходим на словарь. Аллегирование – это такая отсылка на текст, где упомянут или определен некая фраза у писателя. Да? Значит, вот мы отсылаемся к какому-то месту, где кто-то сказал. Да? И когда мы говорим про то, что должно, какими свойствами должен обладать алгоритмический полный формализм, чтобы, значит, на нем можно было реализовывать алгоритмы, мы на самом деле выдвигали всего два требования. Это возможность развлечения объектов друг от друга, чтобы это все было не кучкой, не потоком. Да? Вот это как раз то аллегирование, то есть возможность отсылаться к конкретному объекту, с которым мы, собственно, работаем. И это аллегирование, кстати сказать, может происходить очень различными способами. Как раз мы об этом сегодня поговорим. Да? Вот. И второе требование к алгоритмически полному формализму, чтобы в нем были предусмотрены действия, которые обусловлены свойствами объекта. Вот. Мы с вами говорили о том, что это могут быть действия, которые производятся или не производятся в зависимости от свойства объекта, да? Ну и так далее. Значит, вот эти два требования, обязательные, все остальные, в общем, не обязательные, да, конечно же, нам не гарантируют, что при их выполнении будет, значит, формализм алгоритмически полным, но напоминаю, у нас в принципе про алгоритм есть операционное понятие, а понятие дефиниции как таковой определения нет. Даже встречаясь с этими требованиями, мы выясняем, что на самом деле при реализации какого-то формализма алгоритмически полного, то есть при создании, собственно, языка программирования, возникает довольно большое количество проблем, то есть ситуаций, когда на самом деле даже при реализации таких простых требований, которые, напоминаю, не гарантируют нам алгоритмический полный формализм, но тем не менее, возникают всякие интересные штуки. Первое. Собственно, как должно происходить это самое аллегирование, то есть отсылка к объектам, с которым наш алгоритм работает. Ну, как бы первое, что приходит в голову, это переменные. Да, вот мы называем объект именами, у нас получаются переменные, и, в общем, этого достаточно. Ну, да, но нет. Потому что это один из возможных вариантов аллегирования. И, между прочим, мы с вами знаем целую кучу, ну, не то чтобы алгоритмически полных, но, скажем так, выставляемых нам окружающей средой систем программирования, в которых нету вообще этих самых переменных. Ну, типичный пример – это любые простые конструкции, в которых есть понятие адреса. Да? Ну, например, ни в одном из теоретических формализмов
Нет, не так. В двух, как минимум, из теоретических формулирований, которым известны, в нормальных алгоритмах Маркова и в машинах Тьюринга, а также машинах Поста, нету понятия переменной вообще. Да? То есть там нету понятия аллигирования, выраженного через какую-то вот именную вещь. Да? Автокодах современных, да и любых, вообще говоря, а процессоров нету понятия аллигирования. Не так, есть понятие аллигирования, какую чушь несу. Нет понятия переменных. Да? Нет понятия переменных как таковых, потому что вместо имен используются адреса собственно, в автокоде любых процессоров. Да? В языках программирования очень низкого уровня типа ассемблера вместо переменных используются метки, ну и так далее. Но на самом деле это не единственный вариант. Например, в ветке функциональной, ну вот в функциональной парадигме, в формализме, связанной с рекурсивными функциями, аллигирование вообще представляется как связывание. Представим себе, что у нас нет понятия функции от двух переменных. Функция всегда от одной переменной. Ну, это, конечно, довольно странное представление, но, например, без ограничения общества можно сказать, что переменная сама может быть составной. Так вот, в случае, если у нас нет понятия, или, скажем, не используется в явном виде понятие функции от многих переменных, та единственная переменная, от которой функции, вообще говоря, не нуждается ни в именовании, ни в каком-то запоминании. Мы говорим, это оперант функции. Когда одна функция вызывает другую, то есть мы пишем что-то вроде вот такого f от g от 100-500, то наш объект, который мы передаем, в данном случае вызывает, является константой какой-то, внутри реализации функции g, этот объект аллигируется как единственный оперант нашей функции и не требует никакого дополнительного именования. Внутри реализации функции f этот объект аллигируется как, опять-таки, единственный оперант функции f, то есть то, что возвращается функции g после обработки и тоже не требует никакого именования. Если этих операндов несколько, вот тогда у нас опять возникает проблема имен, и помимо связывания мы имеем еще и необходимость развлечения. Вот. Обратите внимание на то, что в принципе мы можем позволить функции f и функции g модифицировать один и тот же объект, то есть как бы его преобразовывать, но это разрушит нашу идею относительно того, что объекты принимаются, на их основании рисуются, как бы изображаются новые, в смысле конструируются на основании новых, дальше новые и так далее. Тем не менее, да, вот в случае функции с одним операндом у нас нет необходимости именовывать переменные вообще никак. Вот. Я вполне себе допускаю, что отсылка к объектам может происходить еще по-другому, каким-то другим способом. Ну, например, в стековых машинах, да, аллигирование – это обращение к вершине стека и, возможно, там к какому-то n-ному элементу. Это уже, правда, похоже на адресацию. Ну и так дальше. Значит, эта проблема должна быть решена, когда мы реализуем какой-то конкретный язык программирования в рамках какой-то конкретной парадигмы. Вторая проблема – это проблема определения порядка составных действий над объектами. Значит, ну, алгоритм – это же, как бы сказать, методика достижения решения задачи, которая вполне возможно делается не за один раз, а путем некоторых шагов. Да? Значит, сначала сделать тот, потом тот. Опять-таки принято считать, что алгоритм – это последовательность действий над объектами, но в общем случае это не так. Мы с вами знаем из всякой теории с первого курса, что, возможно, не с первого, кстати. Но мы это знаем, что на самом деле, когда мы реализуем алгоритм между теми действиями, которые мы совершаем над объектами, существует так называемая зависимость. Вот. То есть некоторые действия невозможно выполнить раньше других, потому что мы сначала вычисляем, там, вот, при вычислении дискриминанта, мы сначала вычисляем квадрат одного члена, потом, значит, произведение других членов, там, разность,
проверяем эту разность на положительный, вернее, результат положительности или отрицательность, а это уже означает, что до тех пор, пока мы не вычислим вот это арифметическое выражение дискриминант, мы не можем проверить положительный он или отрицательный. Вот вам, пожалуйста, зависимость по данным, так называемая. Вот. В принципе, в разных вариантах подхода к реализации алгоритмической полноты может и не возникнуть такое вот известное нам разделение на зависимость по данным и зависимость по управлению. Ну, в частности, в случае дискриминанта зависимость по управлению проявляется ровно на следующем этапе решения квадратного уравнения, когда мы выяснили дискриминант, и в зависимости от того, положительный, отрицательный он или ноль, у нас как бы есть три разных варианта, какие действия дальше предпринимать. Да? Там, сообщать пользователю, что нет решений в случае отрицательного дискриминанта, считать два корня или считать один корень. Да? И вот это уже зависимость по управлению. Да? В зависимости от того, какие свойства у нас у данных, ход вычислений может пойти там, сям или на косям. Вот. Тем самым формируется не четкая последовательность действий, которые необходимо выполнить для реализации алгоритма, а некий граф зависимостей по данным и по управлению. Еще раз повторюсь, я готов предположить, что в каком-то общем случае эта зависимость какая-то однородная. Да? Данные и управление – это как раз термин нашей императивной парадигмы, о чем чуть-чуть дальше расскажу. Вот. А привычная нам последовательность выполнения – это всего лишь простой способ, с одной стороны, записи алгоритма. То есть, как бы мы действовали. Сначала то, потом это, потом это, потом это. Да? И с другой стороны, значит, естественный для этой записи способ интерпретации этих команд, как последовательное выполнение. Если у нас, например, присутствует какой-то параллелизм, в нашем исполнителе, то граф зависимости приобретает очень большое значение, потому что, в принципе, независимые по никак независимые друг от друга куски кода можно выполнять параллельно. Но обращаю ваше внимание, что и то, и другое, вот такого рода интерпретация зависимости в графе, это следствие как раз нашего императивного подхода, зарождающегося тут в наших мозгах, потому что мы вполне можем при задании формализма какого-нибудь иного рода, ну там в тех же теории общих рекурсивных функций, рассчитывать на какие-то, ну, актуально бесконечные куски. Вот. То есть, ну вот у нас есть, например, общая рекурсия, да, оператор минимизации аргумента. Вот. Он, ну, непонятно, как долго работает. Он для нас работает, ну, как бы разово. Мы применяем минимизацию аргумента, получаем результат. Вот. Что там вот внутри, как он там реализован, мы об этом не думаем. Вот. И тут, кстати сказать, вот говоря про оператор общей рекурсии, мы приходим к третьей проблеме. Возможно, я их, кстати, смешал сейчас. К третьей проблеме – это проблема итеративного выполнения действий, обусловленных свойствами данных. Значит, потому что мы можем, опять-таки, естественный путь решения организовать цикл, как он есть, а именно проверять условия. И если условия истинны, грубо говоря, то есть если данные удовлетворяют некоторым свойствам, выполнять кусок кода. Дальше снова проверять условия, если данные все еще удовлетворяют условия, выполнять кусок кода. Вот. А в тот момент, когда данные перестанут удовлетворять условиям, перестать выполнять кусок кода и идти куда-то дальше. Да? Такой типичный для такого человеческого мышления подход к выполнению обусловленных свойствами действий, если их нужно выполнять итеративно. Но есть рекурсия. И вот тут только что я приводил пример, когда мы, мысля в терминах того формализма, с которым работаем, вообще не задумываемся о том, сколько этих оборотов цикла будет, и наша, как бы, наша идея стоит в том, ну, если оно зависит, значит, это не алгоритм, а если не зависит, значит, когда-нибудь закончится. Но есть еще интересный, еще более интересный вариант, это так называемые актуально-конечные повторения, то есть, когда мы разворачиваем наш цикл, говорим, нам нужно 1000 операций над 1000 элементами сделать, ну, окей, давайте сделаем. В чем вопрос? Давайте напишем 1000 команд.
С этой точки зрения примитивная рекурсия, то есть рекурсия со цикл со счетчиком, это всего лишь упрощение записи. Мы могли бы написать 1000 команд одинаковых, но нет, мы написали цикл на 1000 оборотов и эти 1000 команд разложили. Что еще интереснее, общая рекурсия, то есть цикл не со счетчиком, а с условием выхода, с модификацией данных, которые когда-нибудь приведут к выходу. Это тоже на самом деле актуальные конечные повторения. Ну, скажем, мы договариваемся, что после миллиарда повторений смысл выполнять нашу программу пропадет. Да? Сейчас говорю про выход из алгоритмической полноты, про некоторую актуальную полноту, когда мы говорим, что вот после миллиарда повторений программа смысла не имеет. Окей, давайте мы напишем наш, развернем наш цикл в миллиард одинаковых команд, каждая из которых будет стоять в следующем. Вот если данные все еще удовлетворяют условию, выполним данный оборот цикла. Если данные уже не удовлетворяют условия, не будем выполнять, пройдем дальше. Вот вам, пожалуйста, такое абсолютно формализованное, бессмысленное, но при этом достаточно очевидное избавление от необходимости выполнять цикл. Короче говоря, проблема итерации в разных парадигмах решается, в общем, по-разному. Да? Иногда она решается неявно. Мы это будем говорить про это в случае логического программирования, когда вся итеративная составляющая уходит в собственно, алгоритм разбора. Да? А для нас вместо итерации представляется один запрос. Теперь, собственно, что такое императивное программирование? Значит, мы можем прочесть в Википедии. В Википедии достаточно толковая статья на этот счет. Сегодня будут ссылки на бестолковые статьи на этот счет. Но вот эта статья толковая. Вот. И Википедия актуализирует понятие императивное программирование в 4 примерно требованиях. Это не совсем википедийный текст, это то, как я это понимаю. Значит, во-первых, и главное, основное отличие императивного подхода, который состоит в том, что мы командуем нашему исполнителю, что и с чем делать, состоит в том, что вот это с чем делать, объекты, они постоянно, ну или постоянно на время работы некоторого алгоритма хранятся в чем-то, что называется память. Способ, сейчас вспомню термин, аллигирование, то есть способ отсылки к этим объектам, устроен таким образом, что в любом месте алгоритма мы можем упомянуть этот объект для того, чтобы к нему сходить, например, по имени, ну или по номеру в элементе массива, по расстоянию от вершины стека, это не важно. Вот. То есть отсылка к объекту имеет свойство ссылки или указателя. Да? Сейчас слово «ссылка» или «указатель» не надо воспринимать буквально так, как в вашем это любимом языке программирования делается. Собственно, зачем я придумал термин «аллигирование», чтобы не говорить «ссылка». Вот. Имеется в виду, что мы как бы обращаемся к объекту путем, используя специальный значок, специальную терминологию, да? Имя, номер, что угодно, да? И это можно сделать в любой момент. Второе свойство императивного программирования состоит в том, что, собственно, программа, алгоритм, состоит в модификации этих самых объектов, которые мы храним и на которые можем ссылаться. Да? Это важное понятие, модификация, ну, а также создание и удаление, понятное дело. Потому что, если мы возьмем другой подход, ну, например, подход, когда аллигирование является просто связыванием данного объекта в рамках контекста какой-нибудь функции, да, тогда выясняется, что мы объекты не модифицируем, а просто на базе одних производим другие. Вот. Но в случае императивного подхода это почти всегда именно модификация. Взять переменную, там, что-нибудь с ней сделать, взять массив, что-нибудь в нем поправить, ну, вот такого сорта. Если забыть про параллельные вычисления, то в императивном подходе программой считается последовательность инструкций. А параллельные вычисления могут при этом пониматься как такие одновременно текущие последовательности, получающиеся из исходного разложения
на куски независимые ни по данным, ни по управлению. И, в принципе, это просто такое обобщение понятия последовательности, когда мы делим одну последовательность на несколько таких, которые друг от друга не зависят. Но последовательное вычисление всех, выполнение всех шагов, указанных в программе, это неотъемлемое свойство именно императивного подхода. Ну и вот это вот странное свойство, которое отвечает реализацию итерации, да, и этих самых действий, обусловленных данными, это то, что обычно называется операторами условными, операторами цикла. Да? Значит, мы явно разделяем выполнение или невыполнение куска кода под последовательности, да, куска, последовательной части кода в зависимости от свойств данных, это условный оператор, или итеративное выполнение последовательной, опять-таки, части кода в случае, если мы хотим организовать цикл. Да, значит, опять-таки, мы все время оперируем вот этими последовательными кусками. Почему я вообще не очень хочу рассказывать про это с точки зрения того, как бывает, объяснять вам какой-нибудь конкретный язык программирования и т.п.? Потому что, как мне кажется, императивный подход – это естественный подход человека, который собрался упорядочить свое понимание того, как решать задачу в бытовом плане. То есть это такой рецептурник. Да? Значит, не зря среди экзотических, эзотерических языков программирования есть язык Recipe, который выглядит как рецептура по приготовлению блюда. Вот мы с вами смотрели в прошлый раз язык Шекспир, который выглядит как пьеса. А вот есть еще более очевидный и логичный язык, который выглядит как рецептура по приготовлению блюда. Потому что, в сущности, чем является наша программа, допустим, на Паскале, как не рецептом, как из этих ингредиентов приготовить вот это кушание. Из этого ввода приготовить вот этот вывод. Извините за физиологический параллелизм. Вот это естественное представление о том, как человеку, ну или роботу, человекоподобному, стоит выполнять алгоритм, как раз и привело к появлению, я бы даже сказал, к засилью императивного программирования в наших мозгах. Значит, для того, чтобы проиллюстрировать, каким образом происходит при общении с конкретным языком программирования редукция от общего к частному, я бы сказал даже дедукция, но в данном случае редукция. Давайте посмотрим на, возможно, алгоритмически неполную, но до боли нам знакомую архитектуру такого классического компьютера, который принято называть архитектурой фон Неймана. Здесь у меня был запланирован показ кода на ассемблере, но боюсь, что я потратил слишком много времени. Мы лучше побольше поговорим про всякие, значит, процедурные языки. А ассемблер, я думаю, каждый из вас себе представляет. Если кто-то себе не представляет, ну, посмотрите любой учебник по ассемблеру, ужаснитесь и трепещите. Классическая архитектура фон Неймана внезапно очень хорошо согласуется с требованием именно к императивной парадигме программирования, потому что хранение объектов происходит в памяти, а аллигирование объектов, то есть отсылка к ним, происходит по адресам, то есть вместо имени или ссылки, или указатель, вместо вот того, с помощью чего мы ходим, в роли того, с помощью чего мы ходим к объекту, высыпать просто его адрес памяти. Сами объекты – это ячейки памяти, в которых лежат циферки, ну, в смысле чиселки. Да? И, соответственно, любой объект, обрабатываемый нашей программой, просто моделируется вот этим числовым путем. Кстати, тоже совершенно не обязательно. Да? Когда мы описываем алгоритм, там, не знаю, приготовления того же рецепта, да, мы как бы вполне возможно используем не числовые, а такие аналоговые данные, типа кукурузы, майонез, крабовые палочки. Вот это все. Объекты – это ячейки памяти с данными. Программа – это последовательность инструкций, точнее ячеек памяти, в каждой из которых хранится инструкция, которая выполняется по очереди. Сначала инструкция с адресом А, потом с адресом А плюс 1, ну или плюс 4, допустим, если вы там
у вас инструкция длиной 4 байта. Вот как-то так. И, наконец, условные операторы и операторы цикла, свойственные императивному подходу в архитектуре фон Неймана, выглядят как операторы перехода. В случае условного оператора куда-то вперед, то есть мы не выполняем кусок кода, да, мы не выполняем кусок кода, который, значит, обходится с помощью условного оператора. А в случае оператора цикла назад мы выполнили кусок кода, проверили условия, перешли на начало, выполнили кусок кода, проверили условия. Ну и так до тех пор, пока вот здесь вот в проверке условий не выяснится, что больше нам выполнять не нужно. Ну или здесь, да, там есть разные техники. Короче говоря, архитектура фон Неймана прям вот это и есть императивный подход к программированию, хотя людям, которые писали на ассемблере, а еще хуже в кодах, а потом перешли к языку программирования, так сказать, более высокого уровня, про высокий уровень мы еще поговорим, кажется, будто это совсем разные вещи. В действительности это вещи совершенно адекватные императивному подходу, вот, просто неудобные для человека. Ну, это часть совершенно другого разговора, но даже вот автокод машинный, то есть ячейки, вот эти самые ячейки инструкции и так дальше, и язык ассемблера, да, вводит достаточное количество абстракций по отношению, ну, то есть появление языка ассемблера вводит достаточное количество абстракций, которые в самом фактическом исполнителе кода просто не существуют. Да? Ну, например, в ассемблере есть метки. Это прям большое счастье, когда тебе не нужно писать каждый раз адрес инструкции, на который ты должен переходить, потому что при редактировании этот адрес меняется. Вместо этого ты вводишь условное наименование, а транслятор, собственно, сам ассемблер, переводит это условное наименование в конкретный адрес. Точно так же есть метки с данными, которые используются. Да? Точно так же вместо шестнадцатеричного представления инструкции мы имеем перед собой какое-то мнемоническое, удобное для чтения человеком представление вместо шестнадцатеричного, ну и так дальше. Вот. Вот тут написан пример, я все-таки приведу пример, раз уж я сам себе написал пример. Вот, вот я запускаю эмулятор процессора. Вот, сейчас мы откроем какой-нибудь. Вот. Вот так выглядит текст на ассемблере. Значит, это у нас метки. Это у нас инструкции, которые работают прямо с аппаратным исполнителем. Вот. Ну и всякие вызовы под программ даже есть. Вызовы там системные. Ну тут вот, да. Значит, вот. Вот смотрите. Вот так выглядит представление шестнадцатеричное, ячеек памяти, в которых хранятся инструкции. Видите, абсолютно нечитаемо. Вот в таком виде оно уже читаемо для человека. Это однозначное, взаимно однозначное, я даже сказал, ну или почти взаимно однозначное представление того, что написано вот здесь, просто для человека читаемого. Вот это вот оперативная память нашего компьютера, содержащая какую-то ерунду, видите? Вот. Ну и, как я уже говорил, в согласии с императивной парадигмой вычисления происходят последовательно. Сначала с этим адресом, потом с этим, потом с этим. Вот выглядит примерно так. Вычислилась одна инструкция, вычислилась другая инструкция. Обратите внимание, что происходит какая-то модификация памяти. Вот. Вот тут вот ячейки изменяются. Вот. Вот тут вот тоже какая-то модификация произошла. Ну, в общем, ой, и так дальше. Вот. Можно даже мультик некоторый сделать. Смотрите. Вот видите. Обратите внимание, когда... Вот сейчас происходит цикл. Видите? Вычислились некоторые значения. Оп. Вот опять цикл. До тех пор, пока это значение, значит, верно у нас происходит цикл. Обратите внимание, сейчас покажу тут
безусловный переход в конце и условный переход в начале. То есть классический цикл. Сначала проверили условия, вот здесь вот, а потом только, значит, перешли. Ну и так дальше. В общем, примерно идея понятна. Вот. Да, значит, все остальное, что мы можем встретить в языке ассемблера, макрокоманды, какие-то псевдоинструкции, временные метки, которые там области видимости, вот это все. Вот. Это все, в общем, удобства, которые, конечно же, не превратят язык ассемблера в более высокоуровневый язык, на котором программировать удобнее, но, тем не менее, парадигма та же самая. Значит, тем самым мы подходим к императивным языкам программирования, которые еще принято называть процедурными. Вот. Идея состоит в том, что довольно часто и главный инструмент, как превратить вот такое вот полотно бесконечных инструкций в нечто читаемое, это организация вашего кода в виде так называемых процедур, ну или, скажем так, подпрограмм, потому что процедуры и функции – это отдельные такие термины, в виде подпрограмм, которые реализуют некоторый алгоритм, а мы этому алгоритму скармливаете на вход различные входные параметры. Вот. То есть фактически вы делаете декомпозицию большой задачи на подзадачи, каждую подзадачу оформляете в виде подпрограммы, процедуры, функции. Да, и дальше вот с помощью них конструируете ваше решение. Вот. Поверх того, что нам задает ассемблер, в традиционных процедурных языках встречаются составные типы данных, всякие строки, значит, записи, они же структуры, когда у вас один тип данных содержит несколько различных элементов разного типа. Массивы – это, значит, масштабируемый тип данных, ну и так дальше. Вот. Понятие переменной вводится, разумеется, традиционное, как правило, в процедурных языках программирования вводится понятие переменной. Нас с вами учили, что такое переменная. Это такой контейнер, который может хранить одно значение определенного типа. Значит, такой ящик с фигурной дырочкой. Вот в ящик там для звездочек можно положить только звездочку, вы там присваиваете переменные там целочисленные значения, это хорошо, и там теперь что-то лежит в этом ящике. Вот. Вы берете его из ящика, ну, на самом деле, подглядываете в ящик, что там происходит, это значит, что вы читаете оттуда, вот. А если вы хотите изменить содержимое ящика, вы вынимаете оттуда одно значение, одну звездочку, как-то с ней ее жуете, кладете другую. Вот вам переменные. Да? Значит, и, собственно, как было сказано, основная черта процедурных языков – это оформление частей алгоритмически часто повторяемых в виде подпрограмм, вот, внутри которых внезапно появляются локальные пространства имен. То есть, вот те самые ящички, в которых вы храните ваши, значит, переменные, ваши данные, могут внезапно возникать при входе в подпрограмму, существовать все то время, пока алгоритм, реализуемый под программой, вычисляется, и исчезать в момент, когда вы выходите из подпрограммы. Здесь возникает интересный вопрос, по которому мы поговорим, вообще говоря про язык программирования Pascal, о том, насколько вообще удобен чисто императивный язык программирования, не выходящий за требования императивной парадигмы ни на миллиметр. Скорее всего, нет, да? В скобочках, спойлер. Потому что вот эти локальные переменные, и это, в общем-то, штука для чисто императивной парадигмы не обязательная. Ну вот, например, в ассемблере с его адресацией никаких локальных переменных нет. Ну, может не быть. Что хуже того, передача, различия в передаче параметров, не хуже, что примечательнее, интереснее, передача, различия в стратегии передачи параметров по значению или по ссылке, или по соиспользованию, как раз говорит о том, что у нас объект один и тот же, а мы его просто связываем в разных контекстах, в разных функциях, разными именами. Что, в общем, напоминает скорее концепцию аллигирования путем связывания, чем концепцию аллигирования путем именования, там, адресации и так далее. Вот. Ну, об этом мы еще поговорим.
Значит, самым первым в истории успешным языком программирования неравным ассемблеру был язык программирования Fortran. Обратите внимание на годы. Вот. Который на самом деле, как довольно большое количество языков программирования, создавался по необходимости. Вот. Необходимость была в том, что программирование на ассемблере, вот те, кто из вас изучал курс ассемблера, это знают, сопровождается некоторыми сильными неудобствами. Главное неудобство – это абсолютно невозможность написать нормальную формулу. Да, вместо формулы там приходится правильным образом разворачивать последовательность арифметических операций над вашими данными. И, собственно, Fortran – это формула-транслятор, то есть язык, для того, в котором вместо странных развернутых вычислений эти вычисления представляли в обычном виде. Язык, кстати сказать, относительно живой, потому что на нем написано дикое количество используемого прямо сейчас в математике кода. Последний стандарт вышел в 2018 году. Живой язык. Вот. Содержащий огромное количество легаси, то есть огромное количество архитектурных, устаревших архитектурных подходов. Вот. Но, в общем, действительно пригодный для... Тут еще есть язык программирования PL, про который я, наверное, говорить не буду. Хотя он тоже старый. Я хотел показать пример какого-нибудь кода на Фортране, в котором прям видно, что он как бы старенький. Вот. Но, наверное, не буду этого делать. Просто потому, что современный Fortran, современный стандарт, он, в общем, слегка другой. Это такая вообще тенденция современных императивных языков программирования. Чем дальше, тем больше они начинают быть похожими друг на друга. Вот. В частности, в современном Fortran есть такие волшебные штуки, как сечение массивов, которые вот в современных языках программирования это такая the must, да, ну и вот так дальше. Так. Наверное, покажу вот что. Наверное, покажу вот этот кусочек, главное, чтобы было понятно. Значит, поскольку Fortran изобретен математиками и, условно говоря, для математиков, там, конечно же, много сделано для того, чтобы работать с массивами. И понятие динамического массива, которое математикам нужно, да, оно мешает нормальной записи алгоритма, вот, если вы хотите что-то теоретически объяснить. Но вот зато математикам очень нужен массив непонятного размера. Вот. В Фортране реализовано довольно забавно. Ну, во-первых, массивы размещаются по столбцам, то есть то представление, которое вы видите, они сверху вниз, вот, двумерные. А во-вторых, если вы делаете динамический массив, то он, когда вы его создаете, при неправильной индексации может получиться, вот смотрите, вот код, если вы правильно обращаетесь к заполнению массива, то он будет заполняться просто первая ячейка, вторая, третья, четвертая, постоянно реиндексируясь, динамического. А если неправильно, вот так вот, как здесь, то при каждом заполнении, ну, это трехмерный массив, да, элемента очередной плоскости, будет происходить динамическая реструктуризация всего представления о том, а, собственно, что у вас хранится в этой трехмерной матрице. Вот. И такой код в Fortran получится в несколько раз медленнее. Там, ну, раза в три как минимум. Почему? Потому что мы имеем дело не с концепцией языка программирования поддержанной теорией, а с транслятором формул, который удобную запись для программиста превращает в соответствующий код. В общем, не заботьтесь о том, как это сопоставляется с концепцией некоторого идеального вычислителя в рамках языка Fortran. Да? То есть вот вычислитель мы имеем в виду все-таки всегда аппарат в случае Fortran. Вот. Это предыдущая лекция. Да. Значит,
Параллельно с этим, примерно в те же годы, ну, чуть пораньше, нет, чуть, ну, чуть попозже, ну, на самом деле, параллельно с этим, развивался язык программирования Algol. В первую очередь, это алгоритмический язык для записи алгоритмов. Вот, вот смотрите, как красиво. Именно для записи алгоритмов. Чем, собственно, и на чем, собственно, он и вышел из употребления, потому что в те поры, вот в 60-е годы, красивый, емкий, читаемый язык записи алгоритмов, структурный язык записи алгоритмов, Fortran изначально был не структурный, все писалось в столбик, обладал дополнительным свойством очень тяжелой или практически невозможной реализации. То есть полный компилятор с Алгола долгое время попросту не существовал. Существовали какие-то подмножества, вот, которые все те теоретические концепции абсолютно процедурного, то есть совершенно императивного языка программирования, которые вкладывались в Алгол, не могли просто его реализовать. Да? Значит, на те поры реализация всяких интересных штук в Алголе была невозможна. Запись алгоритма на Алголе очень узнаваемы, вы всегда можете, вот этот кусок кода вы можете прочесть, не зная Алгола вообще. Вот. Так они и жили. Значит, язык, написанный математиками, который работал, язык, написанный алгоритмистами, на котором было удобно записывать алгоритмы, который почти работал. Ну, кстати, приведу пример. Значит, вот в Википедии есть отличный пример. Давайте вот посмотрим внимательно на вот этот кусок кода, чтобы понять, почему транслятор Алгола был, в общем, долгое время недостижимой сущностью. Обратите внимание, процедура, которая переменной b присваивает 0 в цикле. Что это такое? А то, что способ передачи параметров в Алголе устроен таким образом, что каждый раз, когда вы вызываете процедуру, вы передаете туда переменную массив, да? И в качестве той переменной, которая будет видоизменяться, элемент массива. Связывание вида S и T происходит не в момент передачи, а в момент вычисления. Вот здесь. Вот здесь вот это S и T превращается в S первое, второе и так далее, десятое. Понимаете, да, в чем отличие от традиционных, вот привычных нам методов? Да? Ну, что в Паскале, что в Питоне, что в Си, что в... Да в чем угодно. Мы бы сначала вычислили это выражение, передали бы его вот сюда, ну и, в общем, тут был какой-то результат. Но нет. Да? На уровне Алгола вот такая конструкция разрешается тогда, когда все значения определены, а у нас значение еще пока не определено. Да? То есть разрешается он вот в этот момент, когда у нас есть понятие, что такое индекс этот и. И, соответственно, мы только здесь понимаем, что такое S и T. Вот. Такой вот трюк Йенсена. Соответственно, в Алголе это работает. Как вы понимаете, ну, в общем... И такого в Алголе, в общем, много. Безразмерные массивы, бесконечно мерные массивы, вот это, еще всякие штуки. В общем, хороший язык. И, кстати сказать, он живой. Ну, как живой? На нем не программируют. Но на нем есть компилятор Алгола рабочий. Вот недавно вышла свежая версия, которая все вот это поддерживает. Так что, мне кажется, в современном мире, если бы не одна... деталь, о которой мы тоже сегодня поговорим, в современном мире можно было бы даже преподавать уже обратно прямо на Алголе, вот, потому что, конечно, в нем с точки зрения теоретической цельности довольно все хорошо. То есть, вот, как язык записи алгоритмов, он близок к идеалу. За одним исключением, о котором мы поговорим чуть позже. Ну окей, вот они существовали, но начали появляться другие языки программирования. Опять-таки, в первую очередь, потому что сухая теория, а нужно программировать. Вот.
И во вторую очередь, потому что программировать нужно не только программистам и математикам, но вообще говоря, всем. Вот язык программирования Basic появился как раз примерно в те же поры, чуть опять-таки позже, примерно в те же поры, для того, чтобы программировать можно было вообще всем. Предполагалось, что Basic'ом может овладеть кто угодно, что это просто такая довольно простая система записи алгоритма, который может освоить любой человек, способный логически мыслить. Вот, что, собственно, и есть. Сейчас я попробую. Вот. О, смотрите. А, это ДВКшка. Вот. Вот вам, пожалуйста, программа на Basic, встроенная в операционную систему, в то, что, вообще говоря, работает, когда вы включаете компьютер ДВК-НЦ. Вот. Программа на Basic внезапно состоит из строк пронумерованных, то есть какие-то значит, артефакты в виде адресов есть. Вот. Там есть GoTo в качестве перехода, но там же есть и условные операторы. Видите, for next парочка. Вот. Что еще сказать про Basic? Традиционно Basic считается плохим языком программирования, хотя он бешено, безумно популярен был все время и популярен до сих пор. Смотрите, Visual Basic, который используется в офисных пакетах. Вот. Содержит изрядное количество легаси, то есть временами программирования на Basic это такая борьба с синтаксисом, но... Видимо, по причине вот этой самой нецельности, по причине того, что это такой типичный подход ехать, а не шашечки, Basic считается, ну, таким языком не вполне приличным. Тем не менее, как бы, я бы сказал так. Изучение программирования на базе Basic возможно при условии, что тот человек, который обучает, отфильтрует оттуда все вот эти вот, значит, странности. Еще более безумным являлся язык программирования COBOL примерно того же года, даже чуть раньше. Вот. Притом, значит, опять же, разработанный исключительно из соображений ехать, а не шашечки, то есть для обработки данных и всяких бизнес-приложений. Вот. COBOL считается одним из самых неприличных языков программирования, то есть все классики структурного программирования писали утверждение, сильное утверждение в стиле, значит, программирование на COBOL калечит мозг, превращает людей в умственных импотентов и все вот такое. Вот. Тем не менее, как говорит нам Википедия, да, бизнес-приложение на COBOL еще 20 лет назад были популярны от слова совсем, бешеные, при том, что язык уже считался как бы забытым, неудобным и так далее. О-о-о, Dijkstra, Dijkstra. Вот. Использование COBOL калечит ум, его преподавание, следовательно, должно рассматриваться как уголовное преступление. Dijkstra. Такие дела. Еще один язык из серии «Ехать, а не шашечки». А, собственно, два самых популярных в 90-е и нулевые, и как бы 80-е языка программирования C и Pascal оказались настолько популярными по причине того, что это было два концептуально различных, но в обоих случаях удачных совмещения, желание поиметь шашечки и хорошо ехать. Вот. Что касается современных представителей процедурных языков программирования, то их, в общем, как это, за небольшим исключением, они почти все процедурные. Шучу, конечно, но это правда, да? Большинство современных языков программирования, они поддерживают процедурную парадигму. Где-то тут должна быть картинка, она не сработала. А, ну вот она. Обратите внимание на императивную парадигму в этом списке. Да? И это только самые-самые популярные языки программирования из тысяч существующих на сегодня. Оперативную парадигму поддерживают практически все. Видите? Вот. Прежде чем идти нам дальше, я бы
коротко очень остановился на том, как выглядит, что такое высокоуровневый язык программирования. Это нужно для последующего сопоставления C и Pascal. Вот. Дело в том, что на Википедии, допустим, написано определение высокоуровневости, ну, такое слегка, на мой вкус, устаревшее. Ну, там, грубо говоря, написано, что ассемблер – это низкоуровневый язык программирования, а остальные – высокоуровневые. Вот. Никакого четкого определения на самом деле не существует. Но для себя я бы выделил в определении высокоуровневости два признака. Главный для меня признак – высокоуровневый язык программирования – это язык программирования, мышление внутри которого и программирование, как сказать, внутри которого делается из расчета на формальный исполнитель некоторый, ну, то есть то, что исполняет ваш код, совершенно не похожий на тот фактический исполнитель, который на самом деле будет этот код исполнять. То есть, когда вы мыслите в терминах высокоуровневого языка программирования, вы оперируете такими объектами и такими конструкциями, которые в реальности напрямую отсутствуют на том железе, который будет выполнять этот самый код. Вот. В терминах теории программирования вы пользуетесь такой моделью вычислений, которая на самом деле в фактическом исполнителе, в том железе, в том процессоре, который будет использован, отсутствует. Вы как бы формируете модель вычислений, отличную от модели вычисления фактического исполнителя. Это означает, в частности, что программы на высокоуровневом языке программирования независимо от той платформы, на которой она выполняется. То есть, где бы вы ни выполняли программу высокоуровневую, тот способ думать, который вы себе присвоили, и те объекты, которые вы используете, всегда будут вести себя одинаково. И ваш способ думать будет вести себя одинаково, и то, что в результате вашего способа думать, ваша программа будет вести себя одинаково. Низкоуровневый язык программирования ориентирован на модель вычислений того железа, с которым вы работаете, и, соответственно, на разных фактических исполнителях один и тот же код будет слегка по-разному работать, там по разным причинам. Вот. Второй признак высокоуровневого языка программирования – это он субъективный. Это такое ощущение, что все стало гораздо удобнее. Язык стал читаемей, код стал компактней, какие-то приемы программирования современные внезапно появились в, значит, языке, и прямо в синтаксе языка ими можно пользоваться, не пытаясь моделировать их какими-то волшебными функциями, синтаксически загаженными, ну, понятно, увеличивающими количество синтаксического шума. Вот. Ну и какие-то конкретные прикладные задачи внезапно решаются просто, потому что вы дернули то, дернули это, там, так сказать, пожевали немножко объекты, получили решение. Да? Значит, субъективный признак состоит в том, что высокоуровневый язык программирования выглядит компактно, читаемо, в нем есть синтактическая поддержка современных приемов программирования, в том числе довольно сложных, да? И прикладные задачи решаются на нем быстро и легко. Трудно это в качестве определения, но вот так есть. Значит, главное отличие создаваемых примерно в одно и то же время языка программирования C и Pascal состоит в том, что они создавались, в общем, для разного. C создавался для того, чтобы написать на нем операционную систему, такой типичный ехать. Почему все появились типичные или нетипичные, но хоть какие-то шашечки, то есть почему C стал язык программирования, так сказать, до определенной степени, хотя мы будем говорить, почему это не так, удобным для формулирования алгоритмов, разговор отдельный. Вот. В отличие от C, Pascal появился как язык обучения. Да? То есть это одновременно, то есть изначально нацеленный и на шашечки, и на ехать. То есть, с одной стороны, на нем должно было быть удобно описывать алгоритмы, чтобы их обучать. А с другой стороны, на нем должно быть удобно реализовывать алгоритмы, чтобы ваши программы не только описались на доске, но и работали. Вот. В этом плане как бы Николас Вирт, автор языка Pascal, как бы умудрился подстрелить сразу двух зайцев. И это, собственно, и объяснило последующую популярность языка Pascal, как, я не побоюсь этого слова, первого в мире живого, долгоживущего теоретического языка программирования. То есть язык программирования разрабатывался как теоретический, но с учетом его практической применимости, как минимум, на учебных задачах. Вот.
с моей точки зрения, да, у меня, видимо, подход... У меня первым языком был, значит, примитивный ассемблер, вторым Fortran, третьим C, четвертым Pascal. Поэтому, с моей точки зрения, C от Pascal отличается, в общем, довольно слабо. Хотя, если внимательно рассмотреть как раз цели их создания и то, как все в них устроено, отличается сильно. Общее в этих двух языках. Это процедурные языки программирования со всеми следами легаси начала 70-х годов. Современные процедурные слегка по-другому устроены. У обоих синтаксис крайне простой. Не в смысле там читаемости, про читаемость еще будет разговор, а в смысле, ну так скажем, дереворазбора. Хотя традиционный C, кажется, даже не является контекстно свободным. Вот. По-моему, не помню. Ну, уж точно не является автоматом. Да. Вот. Понятие переменных, выделение глобальное и локальное, выделение пространства имен, которые существуют только внутри функции, исчезают. Ну, вот это вот все. В C и Pascal совершенно одинаково устроено. В C и в Pascal, в силу того, что это язык начала 70-х, довольно похоже устроены типы данных. Есть простые типы данных, числа разного рода. Вот, и символы, и есть составные типы данных, там строки, в C на самом деле строк нету, это просто такие массивы, но неважно, да, записи или структуры, то есть иерархии типов данных в языках крайне похожи. Вот, и в C, и в Pascal есть то, что соответствует в теории понятию указатели, то есть специальный тип данных для ссылки на другой для элемент данных. Да? То есть косвенное, то, что в языке ассемблер называется косвенная адресация. Вот, да? То есть только в Pascal указатели это специальный тип данных такого теоретического плана, а все на самом деле просто адреса. Мы про это тоже поговорим. Но, тем не менее, наличие указателей в обоих языках программирования, пускай даже с разными свойствами, их роднит, потому что в современных языках указатель может просто не быть. Вот. Ну и дальше, если внимательно посмотреть на то, как устроена программа C и программа на Pascal, выяснится, что очень много есть параллелей. То есть языки, в общем, реализуют одну и ту же концепцию. Что в Pascal и C радикально отличается, по крайней мере, на взгляд? Довольно интересная штука, первое, что пришло мне в голову, и на это будет одно из домашних заданий, это перечислимые типы в Pascal. Перечислимые типы – это такая штука, такое подмножество. Давайте посмотрим в какой-нибудь стандарт. Тут должен быть учебник. Например, вот так вы можете перечислить. Вы говорите, абстрактный тип, про который неизвестно, чем он реализован внизу, являющий собой просто тип данных, элемент которого может принимать одно из вот таких значений. Или диапазонные типы. Вы можете написать что-то типа того, да, вот тут плохо видно, давайте еще раз, перечисливый тип. Тип радуга – это один из вот таких, да, абстрактный. Непонятно, кстати, какую выводить, но может быть и не надо. Вот. Диапазонный ограниченный тип данных сейчас попробую найти. Интервальный. Вот, пожалуйста, интервальный тип данных. Когда вы говорите, что ваша переменная будет типа от 1 до 10 или от A до Z. То есть, если ваш тип данных порядковый, целый или, допустим, символьный, то вы можете взять его под множество, под тип, который называется интервальный тип данных или отрез. В Pascal и в C есть вещественные числа. Мы с вами знаем, что никаких вещественных чисел в программировании не существует. Ну, только, скажем так, далеко не все вещественные числа существуют в программировании. Ну, например, вы не можете записать в ячейку памяти число пи. Вот. Кстати, в некоторых языках может. Вот. Но в случае Pascal вещественные типы данных, ну, вещественный тип чисел,
значимо отличается от целочисленного, потому что он вообще не является порядковым. Вы не можете указать диапазон для вещественного числа, вы не можете его использовать как индекс и так дальше, и так дальше. С точки зрения языка программирования C, мы говорим сейчас об отличиях, вещественный тип данных – это просто такой способ обратиться к ячейке памяти. Там может лезать целочек, может лезать и вещественный. Какая вам разница? В общем, то есть вам, конечно, есть разница, но уж вы сами решайте, пожалуйста, что там будет. Указатели. Значит, опять-таки различия Паскаля и Си. Вот, смотрите. Значит, что такое указатель в Паскале? Это, опять-таки, абстрактный тип данных, в котором вы... Тут, правда, тут написано про адрес, плохой учебник, негодный. Просто абстрактный тип данных, в котором вы говорите, что данный тип данных – это такое нечто, такой способ... Сейчас вспомню термин. Я все хочу этот термин выучить наизусть. Такой способ аллегирования абстрактный тип данных, этот самый указатель, с помощью которого вы по содержимому данной ячейки можете сослаться к содержимому другой ячейки. Возможно, понятие указатель в Паскале становится более очевидным, когда мы вспомним, что в случае C это просто адрес. Самый банальный адрес этой самой ячейки в памяти в FNAMES архитектуре. Вот. А возможно, нет. Потому что человеку, который привык считать, что легирование на низком уровне происходит с помощью адреса, довольно тяжело смириться с тем, что в случае Паскаля указатель – это а, абстрактный тип данных, б, потенциально бесконечный, в, не обладающий свойствами адреса от слова «совсем». Единственное, что вы можете сделать с указателем, это его разыменовать и тем самым получить доступ непосредственно к той ячейке, на которую этот указатель ссылается. А больше ничего в Паскале сделать не можете, и это, в общем, с какой-то точки зрения правильно. В Паскале существует разделение подпрограмм на процедуры и функции. Помимо того, что процедура у вас не возвращает никакого значения, а функция возвращает, считается в некоторых изводах Паскаля нарушением синтаксиса, это правда не совсем синтаксис, это все-таки семантика языка, нарушением семантики языка внутри функции изменять значение каких-нибудь внешних объектов по отношению к этой функции. Функция – это такая штука, которая получает какие-то операнды, жует эти операнды, ничего с ними не делает, не изменяет их содержимое никак и возвращает значение, то есть вызов функции не приводит к тому, что в ваших переменных или в ваших массивах что-то поменяется. Весь эффект функции состоит в том, что оно вычисляет возвращаемое значение. Если вдруг ваша функция, например, с одной стороны объявлена как функция, function, и возвращает значение, но с другой стороны модифицирует содержимое какой-то переменной или массива, то это, в принципе, нарушение дисциплины программирования на Паскале, а в некоторых случаях даже и компилятор это отловит и вас будет ругать. Сделано это, опять-таки, я так понимаю, на интуитивном понимании, что автора Николауса Верпа, на интуитивном понимании того факта, что реализация языка программирования жестко в императивной парадигме, прям вот ограниченной со всех сторон, приведет к тому, что мы напишем такой, в общем, чуть более понятный ассемблер. А нам нужно записывать алгоритмы. И идея гарантировать аллегирование, отсылку к данным с защитой от их модификации, чтобы алгоритм как бы показывал, что мы... как мы преобразуем данные, а не как мы вносим в них изменения. Да? Эта идея, взятая немножко со стороны, да, она не присуща непосредственно императивному программированию, очень хорошо работает на то, как вы вынужденно описываете алгоритм на понятном языке. Для сравнения, в C никакого такого разделения нету. В C нету понятия передачи параметров по ссылке и передачи параметров по значению, как в Паскале. В Паскале вы можете передать параметр по значению, и это означает, что внутри функции у вас образуется новая копия параметра, который вы в нее передаете. И именно это вам гарантирует отсутствие
побочного эффекта отсутствия того, что вы что-то модифицируете в исходном объекте. Вот. Ну, отчасти гарантирует, потому что использование ссылочных типов данных все это превращает обратно в кашу. Вы передали ссылку, по этой ссылке пошли, что-то модифицировали, вы модифицировали реальный объект. Но пока вы не используете ссылочные типы, все очень хорошо. Вот. Или по ссылке, не ссылку, указатель, извините. Или передача объекта по ссылке, когда фактически вы один и тот же объект именуете различными именами в двух местах, да, и когда вы его модифицируете, обращаетесь к нему, вы модифицируете исходный объект. Так устроены процедуры в Паскале, вот там надо передавать по ссылке параметры. Вот, в C ни того, ни другого нету, в C все данные передаются только по значению, и это как бы упрощает ваше понимание того, что происходит, и это более соответствует, скажем так, низкоуровневой императивной парадигме. Вот. А когда вам нужно обеспечить побочный эффект, вы просто передаете указатель на объект, фактически адрес, и обращаясь к этому адресу, вы модифицируете сам объект. Все это как бы сплошь и рядом так. Частенько вы передаете указатель на указатель, чтобы его модифицировать, а иногда даже указатель на указатель на указатель. В Паскале много достаточно странного легаси, которое практически не использовалось в те поры, когда Паскал был популярным языком программирования. Например, в Паскале есть понимание файла как такого типа данных. Отдельного. Тип данных с последовательным доступом. Вот у нас есть тип данных с прямым доступом, там массив, например. Да? Или структура, в которой мы можем выбрать, ну, в смысле записи, в которой мы можем выбрать любое поле. А есть тип данных с последовательным доступом, с которым мы читаем поэлементно. Вот таков файл в Паскале. Эта концепция, в общем, выяснилось, что она синтаксически не очень удобна в языке. Это скорее про то, как вы взаимодействуете с окружающим миром, с вводом-выводом. Поэтому в современных языках программирования это скорее, ну, не... Это выведено за рамки синтаксиса языка. Вот. В C, понятное дело, это вообще библиотечная функция, работа с файлами, это вообще никакого отношения к синтаксису языка не имеет. В Паскале, в принципе, такого количества, есть некоторое количество странных легаси, которые просто потом либо забылись, либо не использовались. Ну, например, упакованные массивы, ну, об этом мы поговорим, когда мы говорим про C. Теперь, значит, что касается C. В C есть важное отличие от Паскаля, например, в том, что присваивание в C является операцией. Вы можете написать что-то вроде A равняется B равняется C равняется 100-500. Даже не так. А, ну да. Плюс 1. Вот. Вот такая конструкция будет вычисляться следующим образом. Сначала мы вычислим C, оно будет равно 100. Потом мы вычислим 101. Да? То есть результат вот этого выражения равен 100. Теперь мы присвоим это в B. Ну и, в общем, вот. Значит, это очень удобная запись. Она реально распадается на эффективный код, когда мы транслируем это с языка программирования C. Но она подразумевает изменение значения переменной прямо в процессе вычисления выражения. То есть, опять-таки, побочный эффект только в очень таком коротком виде. Да? Значит, не внутри там какой-то функции у нас происходит изменение нашей переменной, про которую мы определили прямо здесь. Да? А прямо вот внутри вычисления выражений. В защиту C скажу, что Паскалю не хватает такой штуки, как множественное связывание. То есть, все связывание, все присваивания в Паскале абсолютно последовательные. Хотя, в принципе, понятное дело, что вы можете инициализировать сразу пачку переменных, сразу пачкой значений, потому что инициализация переменных значений – это независимо ни по данным, ни по управлению операцией. Да, множественное связывание в языках программирования – это хорошо. А вот операция присваивания как арифметическая операция, позволяющая организовать побочный эффект прямо внутри арифметического выражения – это удобно для лаконичной записи, но опять-таки провоцирует провоцирует не очень хорошо читаемую запись алгоритма, когда вы пытаетесь записать алгоритм. В C есть такая штука, как приведение типов.
То есть преобразование типов данных из одного в другой, в том числе неявное, в Паскале, кажется, тоже есть, вы можете что-то сделать, а может и нету, кстати. Вы не можете присвоить целое число вещественному и обратно. А в Си можете. Будет по умолчанию произведено приведение типов. В Си не строгая типизация. Что хуже, в Си есть приведение типов ссылочных. Вы можете передать ссылку на один тип данных, а потом без каких-то протестов с точки зрения компилятора сказать, что это на самом деле ссылка на другой тип данных. Что еще хуже, вы можете определить тип данных, типа void звездочка, ссылка ни на что, а внутри той функции, которая с ними работает, привести ее к ссылке на что нужно. Вот. Это необходимость, потому что ситуация, когда у вас в одной и той же, в одной и той же реальной жизни встречаются данные разного типа, а их надо обрабатывать одной и той же функцией, она возникает. И попытки Паскаля попробовать без ограничения строгой типизации и без ограничения вот этой однозначности формулировки алгоритма, попытки Паскаля реализовать то же самое с помощью записи с вариантами привели к тому, что эти записи с вариантами, в общем, в реальной жизни, в общем, кажется, не использовались никогда, и если использовались, то с большим трудом. Это довольно мутная штука, потому что, в принципе, вариабельные, приводимые типы данных, это вступает в противоречие с понятием строгой типизации. В Си типизация настолько нестрога, что, повторяю, вы можете закастить одну ссылку, ссылку на один тип данных другой, а в нулевые, в 90-е годы и в 80-е, когда на Си только начинали программировать, было модно кастить не квойт-звездочка, а инт-звездочка. То есть все указатели изначально были как бы на инт-звездочка, а в потом кастились на что-то другое. Это вообще очень злобная практика на Си, это надо искоренять и отрывать людям руки за такие дела, потому что в отличие от Паскаля в Си есть адресная арифметика. Поскольку в Си мы считаем указатель адресом, просто адресом в памяти, то когда мы увеличим этот адрес, этот указатель на единичку, в действительности он увеличивается на размер того элемента, того типа данных, на который он ссылается. Если это, допустим, целое число 4-байтовое, значит, адрес плюс 1, указатель плюс 1, в действительности увеличивается на 4. И это прописано в стандарте C. Это свойство самого языка программирования C знать о том четко, какого размера в памяти соответствующий тип данных, и домножать любые арифметические действия с указателями, а ниже адреса, на соответствующий размер. Более того, скажу, в Си так в принципе реализовано понятие массив. Массив на самом деле это просто адрес в памяти. Индексация массива это просто прибавление размера типа, умноженного на номер индекса, к начальному этому адресу. В случае Паскаля это может быть так реализовано. И в принципе у Паскаля, как я уже говорил, много легаси, которые воспроизводят понятие, понимание того, как можно было в принципе написать язык программирования в 70-е годы, даже в 60-е. Но с точки зрения чистой теории, даже такая легаси-подобная структура в случае массивов Паскаля никак не провоцирует понимать это как какие-то, значит, типы данных, даже вообще говоря, как какие-то типы данных, последовательно лежащие в памяти. Вы этим не пользуетесь. Вы не знаете, последовательно лежат в памяти все элементы массива или как-то в Паскале, да, или как-то вот в самых разных местах. Вы этого не можете знать. В Си довольно много встроенных аппаратно-ориентированных возможностей. Например, автоинкременции, всякие плюс-плюсы. Вот. Помимо того, что плюс-плюс – это побочный эффект или плюс равно, это побочный эффект, который, понятно, затрудняет чистую формулировку алгоритма, но увеличивает компактность языка. Еще C++, как бы автоинкремент, это такая штука, которая может быть очень круто аппаратно реализована прямо в автокоде, ну, скажем, языка системы команд Aristura PDP-11, где автоинкремент просто был частью внутри инструкции. Одной машинной инструкции можно было сразу сходить к памяти и еще автоматически увеличить адрес. Вот. Так там реализованы массивы на аппаратном уровне. Вот в Си такой штуки довольно много, а вот аппаратно ориентированные составляющие в Паскале оказались таким же легаси. Вот.
Потому что ну, было когда-то в Паскале понятие pact array, которое было предназначено исключительно для того, чтобы как-то оперировать с понятием выравнивания. Ну, допустим, у вас массив полуслов, коротких целых, лежит в памяти путем, значит, упаковывания вот этих коротких полуслов по два в одно большое слово или каждое в свое. Да? С точки зрения формальной записи это абсолютно без разницы. С точки зрения реализации Паскаль в принципе доказал, что он как язык формальной записи хорош, а как язык обращения к реализации, как язык обращения к фактическому аппаратному исполнителю, он, в общем, не хорош. Вот. И напротив, C – это язык, полностью ориентированный на фактический исполнитель, начиная с того, что все типы данных в C соответствуют тому, тому железу, на котором выполняется. Бывают там 16-разрядные целые, бывают и 32-разрядные целые. Бывает беззнаковый char, бывает знаковый char. В C вы всегда понимаете, что вы делаете со стеком. Со стеком, с такой вот абсолютно, как это, неиспользуемой в теоретической части языка программирования штукой, как стек. Да? Все локальные переменные раскладываются на стек, да? Возвращаемое значение возвращается через стек. Все это в C используется. Вот. В C, наконец, вы даже себе достаточно хорошо представляете, в какие строки инструкции, последовательности инструкций ассемблера компилируется такой текст. Вот пример, я очень люблю приводить. Кто из вас знает, думает, что он знает язык программирования C, но никогда не видел DAV device, посмотрите на этот код. Обратите внимание, что if начинается, что switch начинается вот здесь, заканчивается вот здесь, а цикл do начинается вот здесь, а заканчивается вот здесь. Еще раз посмотрите на этот код. Если вы увидите в первый раз, не пытайтесь понять, что здесь написано. Чтобы понять, что делает DAV device, надо себе хорошо представлять, какой ассемблерный код будет сгенерирован при тупой трансляции того, что написано вот здесь, в собственной инструкции ассемблера. Вот тогда вы поймете, что это обычный цикл, который невозможно оптимизировать, например, свернув в одну команду, или невозможно, наоборот, как это... Ну, короче, это развернутый цикл. Вот. Такие дела странные. Да? Значит, еще раз. Сейчас я говорю даже не про суть того, что делает DAV device, а про то, что это вполне нормальная синтаксическая конструкция с точки зрения языка программирования C, которая приводит к вот такому... Вот, понимание которой возможно только при понимании того, какой ассемблерный код вы будете генерировать. Значит, вот сейчас я скажу очень крамольную с точки зрения некоторых моих коллег вещь, но указатели и вообще вся модель памяти в Паскале на сегодняшний день для такого толстого, хорошего, современного императивного языка программирования, мне кажется, очень устаревший. Устаревший, в первую очередь, потому, что, казалось бы, безопасная формулировка алгоритмов на Паскале, огораживание, допустим, функции от обратных, от побочных эффектов, синтаксическая защита от переполнения, скажем, массива и так далее – все это перестает работать, как только мы начинаем работать со ссылочными типами. Как только мы начинаем работать со ссылочными типами в Паскале, вся вот эта болезнь, двойное освобождение памяти, как бы разыменование мусора, вот этого всего, наваливается на нас с прежней силой, никакой синтаксической поддержки таких вещей в Паскале нету. Ну, а это в свою очередь означает, что если мы хотим изобрести язык, который одновременно и хорош для записи алгоритмов, и для реализации этих алгоритмов, вот в этом месте происходит ну, некоторый отказ от верхнеуровности, отказ от удобств. Вот. Еще раз повторю, я готов отдельно на этот счет прям вот
поговорить, это длинный очень разговор, так, вот, и этот разговор, как бы, эта формулировка, она, в общем, не все с ней согласны. Второй недостаток Паскаля как высокоуровневого языка, а вы, наверное, поняли уже, что я веду к тому, что Паскаль – это высокоуровневый язык, а Си – это язык низкоуровневый, с моей точки зрения, с точки зрения того, на какой фактически исполнитель ориентированы эти два синтаксиса. Вот. Си – это такой идеальный макроассемблер, на самом деле. Лучшего макроассемблера, чем Си, я в жизни не встречал. Он дико удобный, все понятно, что у вас как бы получается. Там, вот это все. Конечно же, если мы не используем оптимизацию. Да, оптимизация – это отдельная тема. Вот. Еще одним недостатком Паскаля, а может быть, его достоинством, является то, что развитие этого языка, ну, впрочем, оно остановилось довольно давно, но даже когда оно остановилось, оно происходило без добавления туда удобных современных конструкций, то есть без расширения синтаксиса такого, ну, критического. Недостатком является то, что некоторые штуки на Паскале, довольно часто встречающиеся, как вот реализуются долгим и нудным ковырянием, так и реализуется, а в современных языках программирования под это есть синтаксические конструкции. Достоинство, понятно, что синтаксическое дерево разбора Паскаля как было короткое, так и осталось, а в современных языках, вот будут сейчас примеры, синтаксис языка довольно сложный. Вот. Ну, что касается языка программирования Си, то вот главным его недостатком, естественно, следует назвать побочные эффекты, которые, если их не избегать, могут вам сильно навредить формулирование в записи, чистой записи чистого алгоритма. Вот. Ну и, в принципе, Си провоцирует вот такие штуки. Сейчас покажу. Есть такая вещь, называется International Obfuscate Си Code Contest. Это международные соревнования по написанию на Си программ с абсолютно нечитаемым или выпендрежным синтаксисом, вот, который выглядит примерно так. Вот программа, написанная на Си. Что она делает? Нет, что-то она делает. Как играет в шахматы. Вот программа, которая вычисляет число пи. Я бешено люблю эту программу. Она, правда, на современном Си уже так просто не транслируется. Нужно включить более старый стандарт Киниган Ричи. Но, тем не менее, посмотрите, как клево. На досуге разберитесь, почему это так. Вот. Вот программа, которая рисует, вам нужен Linux и X-Windows System, простейший симулятор самолетика. Вот. Есть еще один мой любимый пример программы, которая вычисляет партийную принадлежность президента, однострочник, ну и так дальше. В общем, тем из вас, кто любит такого рода выпендры, очень советую почитать историю и у ЦЦЦ, там, значит, они все публикуют, все, значит, свои программы. Ну, вот. Да. Некоторым людям это нравится, некоторые люди приводят такого рода извращения в качестве явного аргумента против того, чтобы пользоваться Си. Да? Напоминаю, что Си – это язык, разработанный для того, чтобы исключительно ехать, то есть, чтобы на нем программировать боевые вещи. Вот. Но боевые не означают тщательно огороженные, скорее наоборот. Я выжил время, но поскольку я позже начал, я еще 5 минут выдержу. Значит, смотрите, современные тенденции языков программирования я уже назвал. Насыщение синтаксиса современного императивного языка программирования всевозможными актуальными приемами программирования, типами данных и вообще штуками, которые часто используются при современной практике. Да? Словари, итераторы, декораторы, исключения, неопределенные значения, чтобы у вас можно было отличить свежезаведенную переменную, в которой ничего не лежит, от свежезаведенной переменной, в которой уже лежит ноль. Допустим, если она целочисленная. Да? Вот. Какие-то, значит, другие модели памяти. Опять-таки, повторюсь, мне кажется, что модель памяти с явными ссылочными типами, ну, в смысле, указателями, она слегка устарела и небезопасна. Если наша цель – безопасность, то, возможно, нужен какой-то другой там рефкаунтер со сборкой мусора, например. Например, да? Обязательное включение инструментов из других парадигм, как видите, даже в, казалось бы, таком классическом языке программирования, как Паскаль, некоторое
отсылка к другим парадигмам программирования все-таки, на мой взгляд, имеется. В современных языках императивных вы встретите и функциональщину, и обобщенное программирование, и всякие вот такие штуки. Вот. И отсылка к объектно-ориентированному способу проектирования программ. Некоторые называют объектно-ориентированное программирование отдельной парадигмой, некоторые нет. У меня есть свое личное мнение, но времени на то, чтобы его высказать, у меня нет, поэтому оставим его так. Но в любом случае инкапсуляция, то есть иерархия пространств имен, в нашем понимании просто доступ к именам через точку. Да? Иерархия пространств имен для написания больших и сверхбольших программ, даже в императивнейших языках программирования, это очень важная вещь, она вводится повсеместно в современных языках. Два примера современных языков программирования. Мне не хватит времени для того, чтобы... для того, чтобы описать эти языки, так что смотрите сами. Два примера современных языков программирования – это NIM, грубо говоря, современный Pascal. Посмотрите, как устроен язык программирования MIM, посмотрите примеры. Видите, узнаете Pascal? Ну, как бы узнаете. Только вот видите, как тут красиво все на самом деле. Вот. И внезапно такой современный C, вот, который называется ZIG. Неудачное название для русских, русскоязычных. Посмотрите внимательно, как устроен язык программирования ZIG. Опять-таки, очень похожая штука на C, но нет. Вот обе тенденции насыщения удобных конструкций современными, насыщение синтаксиса удобными конструкциями программирования и огораживание модели памяти и, значит, использование инкапсуляции для организации пространства имен. Вот. Ну и, как мне кажется, NIM, как был вот, язык для записи алгоритмов, так и остался. Даже стал в том смысле, что как новый Pascal он даже лучше. А ZIG, как был языком для прозрачного, однозначного интерпретации в терминах того фактического исполнителя, который значит, есть, так и остался. Насколько C там является убийцей C, а NIM убийцей Паскаля, не готов судить, я думаю, что не является. В первую очередь, именно из-за того, что достоинством обоих языков C и Pascal является категорическая простота, краткость его синтаксиса. Да? Синтаксическое усиление языка означает, что его надо дольше изучать, больше всяких интересных штук в нем, больше несообразности, ну и так дальше. Все, я готов закончить. Значит, для тех, кто сдает на кафедре алгоритмических языков практикум, здесь будет 10 задач, которые распределятся между вами просто рандомно, вам просто раздадут номер варианта. Ваша задача будет состоять в том, что вы напишете две программы, одну на C, другую на Pascal, которые реализуют один и тот же алгоритм, просто такой вот билингвальный текст. Вот. Дальше пошлете мне, дальше будет какая-то кафедра организована, форма отчетности, тут уже, пожалуйста, разговаривайте не со мной. Да? Значит, я буду принимать. Вот. Значит, вот вопросы по домашнему заданию можно задавать мне в Телеграм и по почте. Значит, вопросы по тому, значит, тут будет их 10, я надеюсь, я чуть сейчас еще добавлю. Когда здесь исчезнет слово «туду», значит, здесь закончено. Вот. Ну, собственно, все. Все, я вывел все ваше время. Прошу прощения за то, что начал поздно. Отдельно прошу за прощение за то, что у нас куда-то пропал, значит, чатик. В следующий раз все-таки его организую. Вот. Извините, ради бога. На чем, собственно, я с вами прощаюсь в рамках этого курса, или, по крайней мере, говорю надолго до свидания. Следующие лекции будут устроены другим способом. Вот. И, к сожалению, как я понимаю, только для кафедры алгоритмических языков. Возможно, одну из последних лекций, посвященную скриптовым языкам вот, в Linux-системах и вообще скриптовым языкам как такому специальному подходу, я прочту, если хватит времени. Вот. Еще, ну, на чем, собственно, лекция завершается. Спасибо.